Хозяйства района могли бы заготовить больше объем сена, но вот в связи с тем, что вот дождливая погода, руководители перестроились на заготовку или сделали ставку на заготовку сенажа. Хотя, как я назвал, сено тоже заготовлено намного свыше планируемого. Поэтому сейчас хозяйство укомплектовано техникой кормозаготовительной, высокопроизводительной, и используется при заготовке кормов практически каждый погожий час.